Меня зовут Ольга Соловьева, мне 50 лет, я принимаю синтезит 18 дней. 18 дней. А, и вот, Ольга, скажите, пожалуйста, за вот эти 18 дней какие положительные изменения вы заметили, да? Что с вами происходит? Ну, первое, что я заметила, такое самое основное, буквально с первого дня приема, это было ощущение. По вечерам ощущение какой-то бодрости, сил не было, смертельной усталости, как было обычно по вечерам после тяжелого рабочего дня. Ну, это не было всплеском каким-то, это не то, что там можно было делать кучу дел, я не знаю, еще. Но просто можно было спокойно заниматься домашними делами и не тянуло тут же лечь, расслабиться и там быть овощем на диване. Вот. Это был такой самый первый положительный эффект, и он продолжается. А сейчас это уже даже вылилось в то, что вот я сегодня, когда проснулась, встала, еще подумала, надо же, а вот время после того, как ты проснулся и готов активно дальше жить и действовать, его практически не стало. Проснулся и все, и ты уже готов к новому дню. А раньше требовалась какая-то раскачка, там, до получаса ты ходил, смотрел, там, как в себя приходил. Вот. А сегодня вот это вот я как раз отметила, что этого нет. Вот потом, но это вот такое вот постепенное ежедневное наблюдение. У меня вообще пониженное железо всегда было, пониженный гемоглобин, и последние года полтора были большие проблемы по ночам с онемением рук. Я там по несколько раз за ночь до 5-6 раз я просыпалась от того, что у меня занемела то одна, то другая рука, растирала ее, переворачивалась на другой бок и снова засыпала. Когда, значит, я почувствовала, наверное, день на 7-й, 8-й, что они были, они менее, но они как-то стали меньше. Вот это стало потихонечку все уходить. Количество уходить стало, и сам процесс восстановления рук после онемения, он стал быстрее. А вот уже в течение последних 5 дней, я уже даже боюсь себе в этом признаться, я просыпаюсь и понимаю, что этого не было, вот реально не было, что все здорово, все хорошо. Вот. Ну, еще такие какие-то мелкие вещи, но у нас же, когда что-то болит, нам сразу плохо. А когда это не болит, мы это не замечаем, мы находимся в зоне комфорта. И я вот тут тоже поняла, когда ложилась спать, что ну, мелкие какие-то такие суставчики, то тут конек, то там вот было вот, то там в стопе, то еще где-то. Ну, какие-то такие вещи незначительные, ну, которые мешали засыпать. Тут я вдруг поняла, что это исчезло. Я даже не могу сказать, в какой момент, но оно просто исчезло, и этого нет. И засыпается просто вот на раз. Сплю вообще сейчас очень хорошо, просыпаюсь бодрая, активная, и это реально, да, это здорово. Хорошо, Ольга. Вот ваше сегодняшнее выступление мы покажем, скорее всего, в эфире. Что бы вы хотели пожелать тем людям, кто сейчас смотрит вас? То есть это будет через несколько дней, но такое, так сказать, послание в будущее. Не бояться пробовать и не ждать эффекта прямо сегодня и сейчас, что это не какое-то чудо-средство, которое вот сразу вылечит все недуги, которые есть у вас, а что это постепенное положительное влияние на организм, что это просто улучшает качество жизни, и это понимаешь не сразу, но со временем понимаешь. Ну, чтобы у всех все получилось. Все, спасибо вам большое.
На сегодняшний день синтезит – единственная незаменимая и безопасная возможность воплотить в жизнь мечту сотен миллионов человек. Мечту вернуть молодость, здоровье и продлить жизнь.